Швеция возвращает Австралии старинные останки семерых австралийских аборигенов. Церемония проходит в Каролинском институте в Стокгольме, одном из крупнейших медицинских вузов Европы. Здесь эти останки были частью анатомической коллекции с середины по конец 19 века. Исследователи забрали останки этих людей в целях изучения и получения знаний о них. Это было сделано из лучших побуждений. Но сегодня мы понимаем, что с нравственной точки зрения оправданий этому нет. Мы видим, что это противоречило моральным принципам. В Швецию останки когда-то привезли несколько европейцев. Это были моряк, врач и зоолог. И вот спустя более 150 лет кости вернутся домой. Один из этих людей был из общины Каурна в Южной Австралии, поэтому их предок вернется к ним. Его останки встретят представители общины. Они проведут церемонии и захоронят по своим обычаям. Двое других с севера Квинсленда. Регион мы определили, но конкретные племена пока нет. Их оставят в местном музее, пока будет идти следствие по определению племен. Еще двое из региона Сиднея в Новом Южном Уэльсе. Их пока также сохранят в музее. И остается еще один. Его регион мы пока не определили. Останки коренных жителей Австралии и островов Торресова пролива репатриируют из заграничных коллекций в рамках программы австралийского правительства по налаживанию отношений с аборигенными племенами.